Всем привет! Сегодня я получил посылочку с AliExpress. Вот посылочка это с сумкой. Заказывал жене. И сейчас посмотрим, что тут за качество. Сумочка. Такое интересное. Даже руками открыть. Сумочка недорогая. С тем, с чем-то другим. Ссылочку я выложу в описании. Чтобы вы могли посмотреть, что сумочка, честно говоря, я ожидал, что сумочка будет побольше. Такая небольшая, компактненькая. Такая вот сумочка пришла. Здесь у нас ушки для ремешочка. Тут кармашек есть. Ну ничего, такие замочки вроде добротные. Прочные. Сам ремешочек. Ну тут в принципе с карманами не густо, один большой карман и два маленьких по бокам, один на молнии. Сумочка у нас пришла. Так, это у нас материал непонятно, какой-то прорезиненный материал, он просвечивается. Видно, какой-то полиуретан или пластик для резины. Непонятно, что это. Ну, сделано неплохо, в принципе. Даже прошито. Так, что есть? Такая мини-сумочка для девушки. Ну, за 7 баксов пойдет. Вот так вот. Ссылочку я выложу. Всем пока.